Квадроциклы колесили по песчаным пляжам Калифорнии, выручали странников в пустынях. Оказавшись в России, испробовали все, что до этого им и не снилось. Снег и лед, мороз и бесстрашных наездников. Мало кто вспоминает о них зимой, но мы не из списка большинства. Хотите видеть экстрим-пируэты на льду? Смотрите следующий сюжет. Изначально такое средство передвижения, как квадроцикл, появилось в США для нужд сельского хозяйства. Уж очень удобно местным фермерам объезжать на них свои посевы. За счет больших колес эта машина отличается отличной проходимостью. Не вязнет она и на песчаных пляжах, что сразу же оценили сотрудники спасательных служб. В России квадроциклы появились в конце 80-х. Правда, заоблачная цена этих железных коней смущала любителей прокатиться с ветерком. Впрочем, со временем квадроциклы стали более доступны, и сегодня гонки на них – одно из любимых развлечений отечественных экстремалов. Оренбург, конечно же, не остается в стороне от всего нового и передового. В нашем городе также немалое количество заядлых квадроциклистов. Вообще супер. Как бы чувствуешь технику. Плохо то, что не полный привод, а так нормально. Сел на железного коня, нажал на газ и вперед без тормозов. Заряд адреналина буквально зашкаливает. Квадроциклы настолько просты в управлении, что справиться с ними без труда смогут даже хрупкие девушки. Несложно. Только лед, там трасса во льду, а так все замечательно. Однако не стоит, впервые садясь за руль, сразу же воображать себя Микой Хакинину или Михаэлем Шумахером. Квадроциклы, как и любое средство передвижения, имеют свой неповторимый характер и не приемлют наплевательского отношения к себе. В любом случае, это техника, которую нужно осваивать и только потом колесить. По городу, по центру, по Советской вообще можно очень. Ну а самые заядлые любители пощекотать нервы после гонки любят еще и пострелять по бутылкам, шариками с краской. Также модное развлечение последних лет. Получается этакий биатлон, где вместо лыж квадроцикл. Удобный, надежный, а главное чертовски экстремальный транспорт.